Сегодня утром в Петропавловске пожарные спасли из задымленной квартиры девочку, которую родители на несколько минут оставили одну дома. Дверь была заперта на ключ, поэтому спасателям пришлось подниматься через балкон. Очаг возгорания был этажом ниже. У соседей сначала загорелся холодильник, а потом мебель на кухне. От высокой температуры расплавились батареи и комнату затопило горячей водой. По словам хозяйки квартиры, пожар, скорее всего, произошел из-за короткого замыкания. Мы когда приехали, с третьего этажа шел черный дым. Мы потом, соседи сказали, что там находятся дети, поэтому через автолестницу поднялись туда, этажом выше, на четвертом этаже, да. И там была одна девочка, ну, в состоянии паники. Она была на замке закрытая, и дверь была металлическая.